Проезжающие по автодороге Фокино под Япольск автолюбители стали свидетелями необычного ДТП. От тягача на ходу оторвался прицеп с цистерной, наполненной мазутой. Емкость с грохотом рухнула на асфальт, а тягач по инерции проехал еще несколько метров вперед. От удара о землю корпус цистерны треснул, и на дорогу начал выливаться мазут. По словам водителя, прицеп мог оторваться из-за того, что он плохо его закрепил на тягаче. Именно поэтому на подъеме, наполненная несколькими тоннами мазута, тяжелая цистерна сорвала крепление. Пришлось вызывать автокран, который приподнял многотонную емкость, и водитель смог заново закрепить ее на тягаче. После этого лопнувшую цистерну увезли обратно на базу. Пока шли работы по устранению последствий аварии, безопасность дорожного движения на этом участке трассы была под пристальным вниманием сотрудников местного ГИБДД.